Короче, что-то потом после пасы мне дедушка очень сильно типа, после посевания в школу туда не пошел, а потом она рассказала, что боже мой, ну да, когда у меня день рождения была, это был шучетка, там кажется, с ним все будет видеть. Что? С ним все будет видеть. Ну, сука. Он встает, а вот такой вот весь красный. Прям жить эпоха. Вообще непонятно каких-то. Ну, как ты любишь? Как ты любишь? Не знаю, типа, я знаю, как это происходит, типа, сейчас. Там все шучат, но я. Там Панчук с вами с Ташковки приехал. И что, Серёг у этих парта распидел? Он подходит ко мне такой. Я на тебя обиделся. А я не знаю, из-за чего вообще. Потом, короче, сказал, что мы с моей верной сестрой Виталиной ехали на море как-то с родителями, вот. И, получается, его встретили. Он нас позвал, короче, в пансиона прийти. И мы такие, да, хорошо, придем, нас были родители, не пустили, мы не пришли. И он нас отдал до сих пор. Уже 2 года как прошло. А он бежит, капец. Ну, мальчики такие сейчас пошли, конечно. Ебалая шанка. Он когда-то, короче, скрыл, хотели очень дать ему так, давай пару раз только сообщений. Ваши скрытые сообщения, я вот так не буду. Давай. Он говорит, блин. Ну, давайте, да. Там просто не интересно ничего. Нет, он сказал, без обуви мы, короче, хорошо это делали, не знаю, что ты сделала. Ну, ничего. Ну, короче, у нас долго не телефон свой, и я даже открыла красиво. Мы сразу сообщили, что мы этих микрофонов там хоть девок вообще. И у меня, короче, была одна девочка. Кто из них шишу? Да, я, короче, была девочка, и пишет, что ты мне нравишься. У вас список голосовой, но твой не голосовой, типа, иди нахуй. Прикинь. Нормально, да? Видно, девочка. Хорошо. Ну, как они, например, сюда? Пятницу или субботу? Субботу, наверное, смотрите, да, поговорим. Было 1 часов, я думаю, блин, ну ладно, давайте. Извините, я до пол 1 Открыли. Я говорю, она мне так комнату поскопала, мне кажется, она все рассказала. Я говорю, блин, я хочу спать, я устала. Ну, а еще говорить, ты сказала. Надо я их позвонить, чтобы что-нибудь не звонить. Я в Башкирске, а вот 8 марта была. Я так думала, когда вот это стало, смотря по ходу, типа, короче, я тоже все было. Вот, мы с ним разговаривали час. Я на время все давай, пока ты, блин, я уже устала говорить. Ну да. Да похуй. Пойдем по кнопочку, как бы сапу. Ну, дядя, у нас на первый год, вряд ли у тебя холод будет еще не так. Давай. С Новым годом. С Новым годом. Блин, окей. А там удобно.
Не, ну молодец. Я тоже залез. Придурки, блин. Да похуй. Так он, я ему даю руку, а он уже хватается лезть. Ох, Ай, лезь! Красава! С Новым годом! Не, ну молодец! Чё? Настоящий поступок! Тяжело. Сука, 4% не хватило. Блять.
Complete.
Будем на следующей неделе садить яблоневый сад. А что ж у вас купили? Надо глянуть, у нас дома нигде яблони поростки не отпустила. Не знаю. А можно в среду? В течение вот этих выходных, со вторника, со следующей недели. Садить в среду. Не знаю. Сегодня на первых трех. А. Я 7 часов.
Сочи. Хорошо. На завтра текст песни выучить на английском. Я надеюсь, будет полепетить. На английском выучить? Ой, господи. На литературе в английском. Ну, у нее же в пятницу урок. Лезвие – это что-то очень большое. Вчера вообще все. Физра. География. Даже физра можно вроде легкий. Да. Не основные, не фотки, не математика. О, отлично. Видите? И китайский.
Нет. Что это взяла? Да пипец, нам же... Все, видишь, вот это. Вот видишь, а это вообще не... Все, зачем мне что-то учить? Нет. Она сегодня была... Чё? Смотри, тема сегодня была. Бо я говорю, зачем мне что-то учитесь? Почему? Трое. Что такое? Не могу понять. У меня русский что был? Так 5 минут закончилось урок, да? Естественно. 5 минут осталось. О, это Соня написала, да? Нет. Я не знаю, я такой пошел. 10 апреля. Я здесь еще не был. Полина, а я тут с 5 классом сидел. А я с 8 сидел. Ну, ты же приходила с 8-м был. Натор был. Да. Лишь бы денежку иметь. Как говорится, свой карман всегда лучше. Да, кстати. Мне надо идти всех вас тут. Он вообще хоть? Нет. Что? Хай чешет. Жить-то жить. Почему яблони? Тест. Каждая школа. Я вчера так узнала, что это Петров.
Да не тут перекрестятся. И там перекрестятся. Да, если их... Не надо мне новых. Почему вы это что? Вот и сказочки, конечно. А сейчас остановлена. Мать ходила. Она же мать ходила. И видела ее. Раздеть. Что там пятница. Ее проблемы. Да.